Всем привет! Сегодня я вам расскажу такую новость. Возможно, вы уже знаете, а может быть, кто-то не знает. И сегодня мы поговорим о команде «Металлург», а именно о выдающемся нападающем Данисе Зарипове. Итак, как известно, то, что у Зарипова заканчивается контракт 30 апреля с «Металлургом». О продлении этого контракта речи не идет, нигде информации у нас не появляется, никто ничего толком не знает, но появилась совершенно другая информация, а именно то, что Данис Зарипов может вернуться у нас в команду «Акбарс», в которой он выступал с 2001 года по 2013 год. Он провел там 12 сезонов играя за «Акбарс». Он является чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина, победителем Кубка Европейских чемпионов и континентального кубка в составе казанской команды. Как высказался сам директор команды «Акбарс» Шамил Хуснутдинов, то, что в их поле зрения есть заинтересованность, чтобы вернуть обратно в команду Зарипова. Но есть одно «но». Шамил сказал, то, что даже если в команду придет Зарипов, то ему нужно с кем-то там играть. То есть ему нужно найти партнера такого же уровня, с которым он может играть. «Акбарс». Если в команде «Металлург» у них собралось звездное звено, это Мазякин, Коварш и Зарипов, то в «Акбарсе» ему нужно подготавливать новое звено. Если даже такое случится, я не знаю, конечно, найдет ли команда «Металлург» замену Зарипову, но, по моему мнению, если Зарипова отнять у «Металлурга», Мазякин, Зарипов. И как будет потом команда «Металлург» играть против «Акбарса», если там будет Зарипов? Как болельщики это будут воспринимать? То, что их нелюбимый игрок Зарипов играет за «Акбарс» против их нелюбимой команды «Металлург», когда «Металлург» и Зарипов, Мазякин, Коварш, все было единым целым, а тут отняли кусок пирога и что-то надо менять. Конечно, будем смотреть, еще все не до конца решено. Наверное, мы узнаем это все в ближайшее время. Может быть, команда «Металлург» продлит с ним контракт, а может быть, все-таки Зарипов уйдет в «Акбарс». А может и вообще уедет в НХЛ. В общем, ситуация такая у команды «Металлург» и информация для их болельщиков. Не знаю, конечно, если даже Зарипов вернется в «Акбарс», как примет его команда, как примут его болельщики, потому что и когда «Металлург» в этом сезоне играл с «Акбарсом», то я видел баннеры, то, что мы тебя нашли, грубо говоря, на помойке, вымыли, а ты нам тут голы забиваешь. Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то за, кто-то против. Кто-то будет рад, то, что он вернется, кто-то не будет рад. А кто-то смирится с тем, что Зарипов будет в «Акбарсе». Спасибо, ребята, вы смотрели меня. Оставайтесь со мной, не переключайтесь на другой канал. Всем подписчикам и новым подписчикам большущего здоровья. Хоккей никогда не заканчивается. Запомните. Спасибо, пока.